испытание. Итак, нужно найти мелки. Мелки для детей. Я кого-то вижу. Привет. Не хочешь за мной поиграть в догонялки? Позови друзей, вон я еще одного твоего друга вижу. Давай, давай вместе с ним поиграем. Почему бы и нет? Блин, он же сейчас меня победит. Надо от него убегать, пока он не победил меня в игре в догонялки. А то, ну я же спец по догонялкам. Поэтому я не должен проиграть здесь. Так, ну пока он за мной там бегает, я тут все обыщу. Кажется, он меня нашел. О, второй. Здесь второй кандидат для игры в догонялки нашелся. Отлично, теперь вдвоем будет веселее играть в догонялки. Пойдемте вместе со мной играть. А, нет, нет, не надо. Ага, ты лох. Ты не смог меня догнать, когда я так близко был. Но я устал играть, поэтому я с вами больше не буду играть. Мне не нравится, я уже устал. Вас. Ладно, давайте я с вами разберусь по-быстрому. Давай, взбирайся. Взбирайся, взбирайся, давай. Так, давай еще один. Давай, давай, давай. Все. Отлично. Одной проблемы меньше. Хрена себя набьет. Это классная гитара, ей можно зомби убивать. Ты как устоял на месте, не понял. Какая классная гитара. Смотрите, какой умный зомби, он еще уворачиваться умеет. Ой, кажется, он меня приобнять хотел. Hello, everybody. Мне его жалко даже стало чуть-чуть. Он хотел ко мне попасть. Но я ему помешал чуть-чуть. Все, не вставай. Признай поражение. Я сказал, признай поражение. Не вставай. Не вставай, я тебе сказал. Мне нужны только мелки. Дайте мне мелки. Мне только мелки. Я за этим сюда пришел. Мне сейчас... Так, опа. Я это у вас конфискую. И это тоже конфискую. И это тоже конфискую. Все. Я уверен, вам эти мелки ни к чему, я ухожу отсюда. Уйди отсюда. Jobs, jobs... Ой, блин, кажется, мистеру плохо. Мистер, вам помочь? Казалось бы, все хорошо. Но на самом деле нет. Так, он за мной бежит. Просто так убить его будет слишком скучно, поэтому давайте попробуем побегать от него. Что ты сделаешь теперь? Ты сможешь меня отсюда поймать, нет? Давай, давай, я верю в тебя. Ну. О нет. Их слишком много. Я, пожалуй, пойду. Бандиты. Охраняют груз. Давайте-ка им подарочек подкинем. Вот такой вот, знаете, бомбезный подарок. В смысле, вам что, все равно? Что, охренели, что ли? Вот эта гитара классная. Обожаю гитару. Ты уходи обратно в свой нору. Не вставай, пожалуйста. Спасибо. Ну, ё-моё, ну я же хотел просто груз поймать, точнее, забрать. А тут уже целая орда на меня выходит. Ну за что? Ну я же просто груз хотел забрать. Их опять очень много, да за что? Да уходите. Да что за брейкдансеры, руферы на минималках? Я не понимаю, что? Почему они взобраться ко мне не могут? Обратно? Этот пытается думать или что? Кажется, он разозлился. Так, уходим отсюда все. Это запретная территория, вам сюда нельзя. Уходим все отсюда. Как же задолбали эти зомби. Мешают мне постоянно забирать чужие грузы. Да, они по праву мои. Hello. It's me. А! Меня обняли, уйди отсюда. Уходи отсюда.
пустые. Вот это, наверное, больно было. Уходи отсюда. Так, ну я думаю, этот молодой человек не будет мне мешать, поэтому я просто вместе с ним уберу и все. Этот живой до сих пор. Не, ну посмотрите. Он на все готов, лишь бы просто подойти и откусить мне за горло. Уходи. Не надо меня трогать, ну ты пойми. Я не хочу, меня не хочу дружить с тобой. Уходи. Ты еще и друзей позвал, спасибо. Какой он, смотри, какой упрямый. На все готов, лишь бы со мной подружиться, но я не хочу дружить, отстань. Ты меня укусил, ты сделал мне больно, я не буду с тобой дружить. Уходи. Что за митинг, а? Вот что вы устроили? Что ты устроил, а? Я тебе столько раз уже сказал, что я не хочу с тобой связываться, но ты все равно подходишь ко мне постоянно. Раздача на спавне отменяется, уходите отсюда все. А, блин, опять, что ли? Нифига ты толкаешься сильно. Я, пожалуй, иду. Как же тут красиво в этом старом городе. Ай, ну, конечно, тут очень злой народ какой-то. Мне не нравится с ними. Какие-то все тут злые, постоянно что-то бьют меня. Нет, я не буду стоп делать. Вот, давайте посмотрим на битву обезьян. Интересно, что с ним будет? Блин, не повезло ему. Ну ладно, не буду им мешать. Вот, давайте на них вот посмотрим, что они будут делать. Смотрите, отбивается, отбивается. У него есть разум, он может. Давай, я верю в тебя. А! Кто меня кусает? Что происходит? Кто меня кусает? Начался бунт! Меня начали все бить, а я просто смотрел, никого не трогал, а тут уже начинается, нет. А смотрите, тот до сих пор жив, смотрите, он бьется изо всех сил просто. Да нет, да не меня, бей его, ты бей. Ты уйди вообще. Что происходит, я не понимаю. А смотрите, этот парень до сих пор жив. Он до сих пор бьется. Он просто хочет жить. Нет, этого бедного чувака, парня, или кто бы он там ни был. Ну блин, его убили. А ведь он так старался, он бился из последних сил просто. Он с такой толпой в одиночку разобрался. А его убили. Жалко его. Им, кажется, этим ребятам нужна помощь. А! Ладно, я им помогу так уж и быть, потому что... Ну почему бы и нет, в принципе. Они вроде как добрые ребята. Ай! Помогать. Фига, смотрите, какую вертушечку красивую он сделал. Машину бросает. Посмотрите, какой сильный. А, он своего убил. Не восстали машины из пепла ядерного огня. Не-не-не-не-не. Слушай. Я понимаю, что ты недоволен, но давай не будем драться, я не хочу с тобой драться. Но ты же добрый, я чувствую это. Ты не хочешь меня бить. А, ты воздух бросаешь? Что за... Что он бросает? Подождите. Может быть, у него что-то с головой? Он не видит, что я у него постоянно камень это отбиваю? У тебя что-то с лицом, брат. Ладно, я понял, у тебя все с лицом нормально. Ты брейкданс хочешь танцевать мне? Ну капец, ты, конечно, сильный. Столько пуль в себя впитал. Весь мой магазин потратил я. Ты... Ну ладно, ты не такой живучий, как я думал. О, здрасте. Так, все, всем лежать. Вставать нельзя. Сказала лежать, значит лежать. Ничего не понятно. Вот. Пахлава. Вкусненько. Доброе утро, моя девочка. Спешу пожелать тебе самого прекрасного. Все нормально.
что он так долго здесь сидел? Он специально момент этот выжидал, чтобы выскочить на меня. Это он сделал, конечно, красиво. С этим не поспоришь.